светлое будущее у нас хорошее, очень хорошее. А еще хотели бы вам сегодня пожелать в труде и в вашей личной жизни, семейной жизни, чтобы вас всегда сопутствовало вдохновение. А вдохновение вас будет сопутствовать лишь в том случае, если с вами рядом по жизни всегда будет шагать любовь. Ведь вдохновение – это любовь. Любовь тебя найдет. Варвара Гайдай. Thank you.
богатств, удачи. От жизни каждый хочет своего. А мы вам желаем просто счастья. И пусть у вас будет понемногу, но всего. Этого желает вам народный ансамбль народной песни «Горлица». Встречайте! Yeah.
народный ансамбль народной песни «Горлица». Спасибо. Дорогие друзья, любой праздник, какой бы в нашей жизни ни был, кто-то передает поздравления из-за кулис. Спасибо. Какой бы праздник в нашей жизни ни был, нам всегда хочется, чтобы он завершился на самой высокой ноте. И на Руси принято проводить праздники весело, задорно, с любовью, с улыбающимися лицами. И сейчас я предлагаю завершить наш праздник именно в этом зале сейчас, особенно нам, на этой хорошей, высокой ноте. Итак, мы предлагаем вам перенестись в карнавал, карнавал, мир карнавала, карнавала, но Ясиноватского. Итак, встречайте. Возможность эту вам предоставляет образцовый ансамбль эстрадного танца «Молодость». Карнавал по-ясиноватски. Thank you.
спасибо. Мы вам очень признательны за вашу любовь. И сейчас я хочу на эту сцену пригласить всех тех, кто подарил вам сегодняшний праздник на этой сцене. Итак, образцовый ансамбль эстрадного танца «Молодость», руководитель Ольга Самонина. Образцовый ансамбль современного танца «Вдохновение», руководитель Наталья Панова. Народный ансамбль народной песни «Горлица», руководитель Татьяна Леонова. И подготовительная группа народного ансамбля народной песни «Горлица», а также солисты народного ансамбля. И хочу пригласить на нашу сцену самую молодую группу будущего, группу вокальную «Новое время», руководитель Варвара Гайдай. Встречайте! Дорогие наши железнодорожники, мы хотим вам пожелать, чтоб купил ты внедорожник, много денег получать, быть богатым и счастливым, многим людям помогать, жить со вкусом и красиво, и, конечно же, свою работу обожать. Мы еще раз поздравляем вас с праздником и не прощаемся с вами, а говорим лишь вам до свидания, до новых встреч и ждем вас сегодня в 12 часов у фонтана «Горные войны», 16 часов на аллее мастеров у паровоза, 17 часов открытие спортивных площадок в парке, 17 часов на площади Ленина детская концертно-развлекательная программа. И в 18 часов вас приехали поздравлять гости из России. Это будет происходить на площади Ленина. И, конечно же, еще раз вас будут поздравлять наши коллективы в 18 часов на площади Ленина. До свидания, до новых встреч. Thank you.